Порядка 60 выпускников Полоцкого медицинского колледжа прибыли на первое рабочее место в Полоцкую центральную городскую больницу. Молодежное мероприятие «Посвящение в профессию» прошло в Софийском соборе. Молодых специалистов приветствовал главный врач учреждения, который отметил, что выбор медицинской специальности – это особая ответственность. Ведь медицинским работникам вверяют самое дорогое – здоровье и жизнь. Отец Владимир благословил молодежь на служение людям. Подарком для молодых специалистов стал концерт органной музыки от полоцкой органистки Ксении Погорелой.